что нужно знать про переход на цифровое телевидение. Если вы смотрите ТВ через кабельного оператора, то делать ничего не нужно, даже если у вас старый телевизор. Если вы купили цифровую приставку, то вы не сможете смотреть с помощью нее местные каналы. Чтобы смотреть и местные, и федеральные каналы, необходимо подключиться к кабельному оператору. Не забудьте спросить о наличии местных каналов.